Чехи в трамвайном депо никого не удивляют. Деловые связи с Чехией для самарского трамвайно-троллейбусного управления не пустой звук. Дружба с чешскими производителями трамваев имеет давнюю историю. Большую часть парка трамвайно-троллейбусного управления составляют трамваи именно чешского производства модели Т3. Их эксплуатируют в Самаре более 30 лет. И за это время специалисты научились их не просто ремонтировать, а разбирать буквально до болтика и собирать снова. И после такого ремонта, говорят специалисты, трамваи бегают как новые. О дальнейшем сотрудничестве и, возможно, совершенно новом производстве разговаривают представители чешской делегации и руководства ТТУ. Такая встреча особенно актуальна сейчас, когда город готовится к чемпионату мира по футболу 2018 и решается вопрос обновления трамвайного парка. Делегаты Чехии побывали и на других предприятиях города с прицелом наладить сотрудничество. Мы не хотим быть только поставщиками, мы хотим быть партнерами, зарабатывать вместе, придумывать новые вещи, новые системы и находить точки соприкосновения, чтобы совместно выпускать, производить, поставлять и на российский рынок, и на рынки других стран, включая рынок Евразийского экономического союза. Чехия для Самарского региона – один из ведущих международных партнеров. На протяжении 5 последних лет торговый оборот стабильно превышает 50 миллионов долларов. Цифра не столь большая, отмечает министр эконом-развития Самарской области Александр Кабенко на встрече с чешской делегацией. Но есть очень большой потенциал. В каких направлениях мы активно работаем? В первую очередь, конечно, это машиностроение. И сейчас мы ведем переговоры с рядом чешских компаний по поводу локализации производства оборудования и станков на территории нашего региона. Мы активно развиваем площадки индустриальных парков, и сегодня это подготовленные территории для того, чтобы достаточно быстро могли локализовать любого производителя. Еще одно направление сотрудничества – это сельское хозяйство. Интерес для инвесторов представляют и нефтеперерабатывающая промышленность, и энергетика. Также в Самарской области обсуждают возможности экспорта продукции в Чехию. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».